Всем привет! Занимаюсь потихоньку геликом. После того, как мы его подняли, мы поставили большие колеса, было необходимо лифтануть кузов. После того, как мы приподняли кузов, ну, в данном случае на стоечках задрали его, вот, положение, значит, бамперов стало очень низкое. Как вы уже видели в последнем видео по гелику, я их открутил. Вот, и хотел их приподнять. Приподнять, получается, очень много всякого там колхозинга. Надо уголок вверх-вниз, вот, чтобы выровнять, чтобы хорошо закрепить этот стоковый бампер. Сейчас я вам покажу, значит, сейчас я вам покажу стоковое положение бампера. В принципе, оно есть. Вот, видите, ровно на высоту бампера надо его поднимать. Это вот заводской. Передний, задний, это стоковые. А вот мои, как вы видите, как я уже показывал, я его немножко обрезал, задний. И мне достался вот такой уже обрезанный передний. Я единственное, что вот тут вот ушки немножко сделал, еще подточил. Так что будем ставить вот такой, миниатюрный, чтобы за колеса не цеплял. Вот, этот мы убираем. И получается то, что он очень низко, а нам его надо вот сюда высоко. И чтобы так высоко его сделать, я решил немножко покумекать и сделал вот такой себе переходник. Он, получается, будет крепиться в стоковые места, на стоковую раму. И получается у нас стоковые места под бампер. Сразу решил немножко модернизировать это все и решил сделать место под установку серволебедки. Мы поставим с вами серву, и получается у нас там внутри еще будет стоять до вторая серва для лебедки. Либо мы переставим рулевую сюда, чтобы, может быть, как-то угол поворота, угол немножко изменить. Но это в будущем. Я как бы просто сделал, а дальше уже будет видно, как ее ставить. Нужна она, не нужна будет. Ну, посмотрим. Все равно, видите, немножечко надо будет тут подточить на серве, чтобы она садилась. Так, ладно. Давайте, значит, сейчас мы с вами быстренько примерим, подойдет ли она вообще. Потому что делал, как говорится, навскидочку. Вроде так немножко мерил размеры, но возможно, что что-то не совпадет. Так, ну, по отверстиям. В принципе, все сходится, но почему-то не вставляется. Хотя делал, не сделал на минус, сделал ровно 6 миллиметров как отверстие, а надо было немножко поменьше. Ну ладно, это не проблема, это подточил, и все, бампер вот сюда прикрутится. Давайте прикинем, как она на раму встанет. Так, это, кому интересно, шасси Погорельца. Ничего, как говорится, страшного не произошло. Вот с центральной стойки сгорели, но остальное, в принципе, все осталось. Так что гелик живой. Смотрим, значит. Почему-то я мерил и неправильно намерил. Не подходит. Хотя за расчет была. Ага. Мало вычел. Надо будет подрезать и изменить проект чуть-чуть. Видите? Лишнее. Но это я поправлю. А здесь мы, в принципе, это можем обрезать. Отпилить. И в принципе она все равно прикрутится. Так что сейчас быстренько я отпилю. Еще раз все перемерю. Все стоит у нас на месте. Отпилил, значит, вот столько я. Я изменю, значит, в проекте. Чуть-чуть я где-то
Толщину вот эту я не учел, скорее всего. Ее надо было с бортиком считать, но это, как говорится, мелочи. Вот, так что вот такие кусочки нам лишние. И теперь мы берем и примеряем. Вот так вот. Это вот сюда становится. Сейчас я это все прижимаю вместе с той сервой. Вот. Возможно, я сделаю сюда площадку под две сервы сразу. И будет такое в прорезь вставляться. Но это дальше посмотрим. Вот, что и как будет. Так, ну что, устанавливаем. Так. Немножко наживил. Что значит получается? Вот так вот он будет, но сделал сильно выносным. Вот, придется немножечко его конфигурацию изменить. Вот, потому что надо будет немножко туда вот углубить его еще. Вот эту часть, значит, я придвину сюда, чтобы она вот могла углубляться дальше. Вот туда. И чтобы сильнее у нас больше было места для маневрирования. И, скорее всего, сразу сделаю площадку вторую под вторую серву, чтобы было, как говорится, удобно крепить. Вот так вот это будет. Это вот задвинет. И, соответственно, уже будет вот такой, грубо говоря, будет уже вот такой вот вид. Так что доделываем немножко проект и устанавливаем. Кстати, печатаются и задние, но они разделенные. Я думаю, с ними проблем будет меньше. Но я там тоже сделал 70 мм центральную, а надо побольше. Так что дорабатываем и устанавливаем бампера на место.